Каждый год горожане собираются у памятного камня берчанам-морякам, павшим и живым, чтобы встретиться с боевыми товарищами. В этот день каждому есть что вспомнить. Общий стаж службы Михаила Кругликова – 30 лет. После окончания училища попал на Балтийский флот. Потом перевелся на Северный флот. И вот проходил службу на адмирале флота Кузнецов. Там был сперва на Киев, такой у нас был авианосец, авианесущий крейсер. Вот. Потом перешел на адмирал флота Кузнецов. Военно-морской флот играет ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности России. В Бердске насчитывается более 2000 человек, которые охраняли морские границы нашей страны в разные годы. Судьбы у всех сложились по-разному, но по-прежнему их объединяет морское братство. Очень приятно сегодня видеть в строю тех моряков, кто начинал свою службу в 50-х годах, кто служил в 60-х, в 70-х и 80-х, в тяжелых 90-х, в 2000-х. И очень приятно видеть тех, кто демобилизовался в этом году и стал в наш строй. Я бесконечно горд тем, что среди вас есть очень достойные люди, которыми мы, берчане, будем гордиться. В торжественном митинге приняли участие моряки, служившие на флотах Советского Союза и России. Матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, офицеры, ветераны, а также их семьи. День ВМФ – это общий праздник. Не забыли о тех, кого уже нет в живых. Минутой молчания почтили память погибших при исполнении воинского долга. Также в память о тех, кого нет рядом, моряки возложили цветы к мемориалу.